На поле Русал и Инлайн. Русал сегодня поражение 1-3 от главного конкурента Кумуса. У Инлайн 3-0 победа над РТРС, так что по-разному начали сегодняшний день эти команды. И в свете таких результатов у Инлайн на одно очко больше, чем у Русал. И на один матч меньше. То есть сейчас, возможно, мы смотрим матч за серебряные медали наших соревнований. При этом Инлайн устраивает и ничья, и победа, а Русал нужно играть только на победу. Только 3 очка спасает их от падения ниже. Инлайн, конечно, еще сегодня игры против соперников сложных, против Зарубеж Нефти и против Комуса, но, в принципе, Инлайн очень хороший результат в первом матче показал, самое главное, показал игру. То есть могут дать серьезный бой и Комусу, и Зарубеж Нефти. Уинлайн, все передачи вперед. Это передача неожиданно для своих футболистов Инлайна. Какая драматичная развязка наших соревнований получится, если сейчас Инлайн обойдет Русал, а потом шансы-то есть и у Московского кредитного банка. Две игры у них осталось. И встречаются они с Метлайфом и с командой Сбербанк страхование. Мяч попал в ворота, но до этого был свисток. На линию поля показывает арбитр. Аут. Инлайн на подборе. Борьба за мяч, здесь довольно жесткий стык. Thank you.
пол, будь вроде это жопа. Стоп, стоп, стоп. Давай. От этого столика красиво тебе передать. Тихо! Хорош, вы чё? Нужно успокаиваться. Сейчас понятно, что... Понятно, что момент серьезный, игра важная. В таких случаях не останавливаюсь. Здесь, видимо, и без карточек не обойдется. Ну вот, по желтой карточке получили, и игра продолжится. Старт-то что происходит? 40 секунд вернул. Контроль мяча от Русал. Наконец-таки начали они играть первым номером. Понимают, что время ограничено и нужно забивать уже в первом тайме. Мамедов, он мог сам пробить. Крешев все контролировал сейчас. Главой инлайна. Мы сегодня забивали после стандартов. А теперь главой Русал. Хорош, Коль, хорош! Серый, влево, влево, покинь! Удар абсолютно точный, практически в девятку, и инлайн выходит серьезнейшую заявку на серебряные медали наших соревнований. 1-0 за минуту и 40 до перерыва. Последняя минута первого тайма. Давай, 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 47! Быстрее! Блин, я решил!
Ну что ж, видимо, если случится камбэк Русал, то увидим мы это уже в следующем тайме. Сейчас в концовке инлайн мог увеличивать преимущество. Второй тайм начинается при счете 1-0 в пользу инлайн-групп. Играют они против Русал. Матч, скорее всего, который определяет судьбу серебряных медалей. И Русал нужно срочно забивать. Иначе им останется надеяться, что инлайн потеряет очки в следующих матчах. Ну, там еще надо смотреть, вообще останутся ли хоть какие-то гипотетические шансы. Русал на серебро, если они сейчас проигрывают. У Русал останется одна игра, то есть всего 3 очка они смогут набрать. 19, а в данном случае победы будет 20 уже. Здорово, парни! И еще один угловой от инлайна. Вообще угловых в этом матче очень много. Миша, есть, смотри. Все, нельзя стрелять. Так же. Сели, сели. Если что, назад беги, смотри. Один игрока Русал осталось без внимания арбитра. Желтая карточка игроку за разговоры. Да, и сейчас в меньшинстве будет в ближайшие 2 минуты играть Русал. 2 минуты или до пропущенного мяча. Вторая желтая лапа. Совершенно не обязательно. 2 моментов за лишние эмоции. Берет инлайн тайм-аут для того, чтобы обсудить, как же играть в большинстве. Итак, посовещались, даже нам со стороны здесь было слышно. И, видимо, план Лайна заключается в том, чтобы отдать сейчас
мяч Русалу и ловить их на контратак. Ну, интересно, что будет делать Русал, действительно побежит мячом в сторону чужих ворот или просто будет стоять и тянуть время, чтобы побыстрее отбыть наказание. Ну, пока не идет у инлайн-группы прям в большинстве, а вот сейчас момент был опасный. Только штанга спасла Русал от того, чтобы вышел пятый полевой игрок раньше отбытых двух минут. Все, пятый полевой игрок возвращается на поле Русал. Ух, какой розыгрыш углового удара. И вот не просто так мы отмечаем, что много угловых в этом матче. Тут один из них закончился. 1-1. Не знаю, надо молча. 1-1. Тайм-аут собирается брать Русал. При счете 1-1 и берет прямо. Почему бы и нет, мяч у них игра остановлена. Самый опасный игрок. Я сказал, что ты играешь 11, убивает, один стоит. 11 самый опасный игрок. А мне моя игра нравится. Твоя игра? Один, самый опасный игрок. Они не забились, блядь. Там все взяли, а вы не можете. Вас одного больше. Ну, игры имеют немножко другое значение сегодня. Золото, серебро и бронза, поэтому ответственность большая. Я в футбол без эмоций не бывает, но эмоции должны быть закрыты. Да, я должен рассудить. Рекордер можно вообще не останавливать. Я думаю, так проще будет синхронить. Да, потому что там будет одна спасная дорожка, а эти с большими кусками. Удаленные игроки сейчас после разговоров, как посторонние лица, удаляются с поля и с трибун. Удар со штрафного, а мяч пропустил рядом с крестовиной. Еще одно нарушение инлайн. 4 фола. Маминов не попадает по мячу. Счастье было очень близко.
Численное преимущество в атаке у инлайн. Мяч, да, попал. Еще один удар в лед. Режев спокойно берет мяч в руки. Отличную комбинацию проводит инлайн групп. 4 выверенные передачи. Практически все участки поля были задействованы. 2-1 за 45 секунд до свистка. Свело ногу сейчас у вратаря. Какой номер у вас забил? Чижик. А где доктор? Доктор побежал еще помогать. Итак, Крежеву продолжит оказывать помощь. Уже на скамейке запасных выходит 6-й полевой игрок. У Русал тут вабан. Ждать им уже больше нечего. Нужно идти вперед и забивать. Ну, в случае победы инлайн еще не обеспечит себе серебряные медали, потому что теоретические шансы догнать инлайн имеет Московский кредитный банк. У инлайн в случае победы сейчас будет 20 очков. МКБ, если выигрывает 2 оставшиеся свои встречи, набирает 21 балл. Ну что, время на один удар и все. Все. Победа инлайн 2-1. Ну что, да?